Балхаши активно взялись за обновление жилых многоэтажек. В городе приняли трехлетний план по улучшению жилищного фонда. Фасады и кровли ремонтируют за счет средств областного и местного бюджетов. К 2026 году должны привести в порядок все многоэтажки, требующие ремонта. В этом году преобразят два десятка домов, на внешний вид которых жаловались жители. Выполнение данных ремонтных работ позволит нам улучшить жилищный фонд, то есть сохранить его и придать единый архитектурный облик городу.